Будут судить южноуральца, который 15 лет назад убил рыбака, который отказался его вести. 48-летнему мужчине придется ответить за расправу с особой жестокостью. Преступление произошло еще 1 августа 2005 года ночью на реке Уфа в Низипетровске. К рыбаку с просьбой подвести обратились двое человек. Когда мужчина им отказал, они стали бить его руками и монтировкой по голове. Потом посадили на заднее сиденье автомобиля и повезли в неизвестном направлении. По дороге, не справившись с управлением, съехали в кювет. Избитого достали из машины, повалили на землю, вокруг разлили легко воспламеняющуюся горючую жидкость и подожгли автомобиль. Мужчина погиб от закрытой черепно-мозговой травмы. Преступники скрылись, и вот одного из них будут судить. Его удалось найти и задержать лишь сейчас, спустя 15 лет.